Война 1941 года застала прадедушку в родной Подмосковье, а сразу записался добровольцем. Во время блокады Ленинграда защищал дорогу жизни. И стоял, и охранял, выполнял приказ, смотря на голод, холод, обстрелы немецких орудий. Помогал вытаскивать людей с провалившегося под лед грузовика. За это его наградили медалью за оборону Ленинграда. В 1943 году моряком отправился в город Мурманск оборонять северные границы. За это его наградили медалью за оборону Советского Заполярья. Служа на корабле моряком, прибыл приказ сопровождать английский корабль. Все должны быть в новой форме. Выдали всем. По одному моряку не хватило. Этим моряком и оказался мой прадедушка. Он очень расстроился, так как все его товарищи и друзья отправились, а его оставили. Но корабль далеко не ушел. Через 2 часа на них напал немецкий корабль, и он пошел ко дну. Вместе с английским. Весь экипаж погиб. Эта нелепая случайность спасла моему прадедушке жизнь.